концертном зале Государственной галереи Николая Ильича Бельского Песа. И продолжается мероприятие, посвященное 170-летию со дня рождения Бельского Песа. И так удивительно сложилось, что вот и сегодня, и завтра две встречи. И удивительно, что и сегодня, и завтра здесь у нас концерт в зале будет звучать не только музыка, но и поэзия. Это священное ремесло существует тысячи лет. Свет и без света мир светлый, если ты настоящий. И сегодня у нас с вами встреча с настоящим поэтом Лидия Соловей. Я передаю слово ведущей нашей встречи, творческой встречи. Это Дмитрий Киршин, вице-президент Академии русской словесности и изящных искусств имени Державина, доктор философии, поэт, член Союза писателей России. Ожидание конца. Жизнь продолжается.
отражение начала, чего бы тьмы в ладони отца, ладью безбросил и печально, и в путь качанием волны, течение отмерит время, благословенной тишины, небесной небе и сновения. Министерство образования Российской Федерации Михаил Александрович Шолохов,
лишь свидетельство таланта, если угодно материальное подтверждение таланта, которое идет свыше и которое ни за какие земные деньги не купить. А то, что это так, я думаю, что Лидия Александровна стала пора подтвердить. Пожалуйста, вам слово. Пятница, пять пополудни, тень от креста под откос, грех отречения Иуда в сад Гефсиманский принес. Пятница, плачет блудница, криком кричит поконос. Дня пронеслась колесница, жертву приносит Христос. Пятница, пятится время, вечности выгнулась кость, близится воскресенье, лето счастливое, бит гвоздь.
самым разным популярным мированием из воды. Одна из этих глаз, родные и близкие, не собраны отзывы на стихи, посвященные, собственно, семье, поэтической семье, поскольку без этого Лидия Александровна уже, наверное, не очень мыслит свое существование. В семье в более широком смысле, как некому сообществу близких по духу людей. При этом она делает акцент не на, собственно, обязательное кровное родство и описание каких-то очень конкретных примеров, хотя они тоже имеются. Но это родство традиционной русской исконной семьи, которая не просто описывается, а возводится на пьедестал как нечто высокое и должное. Думаю, что этот высокий пьедестал достоин того, чтобы в нем помещать родных и близких. Пожалуйста, Игорь Александрович. Шаров спешные ровницы не видят.
Липового крыльца с утра до вечера. Ну, здравствуй, ну, пока. А за рекой погоста на горе покой. Несуетливость жизни той, преодолевшей притяжение границ. Продолжить успешно, пожалуйста.
Научите их имени люди. Песни мели, вы так хороши. Вот весны по встречам за рекой, и пробудны своей красотой, очаровывать мир посмеши. Но в сердца уберем деревья, остуды, ни любви, ни добра, ни тепла. Если будете, девочка чудо, свет и радость мне, тает в ней, дым и легкий, повесит. Thank you.
где вид небесной любви, а где проявление любви земного. И это не обязательно ликующие. Даже и трагичная любовь светлее трагичности любви. Хочу предоставить слово любви той, кому не дошла любовь. Нас с тобой качали высокие травы, плыл, пылая где-то июнь. Огневые, не знали миланской отравы, сладок таял в полях поцелуй. Мы не ведали времени в этом пространстве, бесприютные в буднях земных. Но счастливые страны, царственные странствия, запрягали коней вороных. Расстояние измерив разлуки по хмелью, встреч не вечности пили вино. И старинная миронская трава забвенья нас настигла в дороге самой. Ночь нежна, шептали губы, им внимал поэт. Ночь темна, сплетались пальцы тонкие в ответ. Ночь печальна, перефлеты шеи обнажив. Ночь прощальна, вторит флейтом утро и безды. Ночь палач сказал утро проблеском луча. Ночь игра, твердили руки слуги палача. Ночь нужна святым и грешным, думала луна. Ночь дает неизбежность, таинство.
давали никаких обетов. Незримый сам открылся храм, святилище любви. Там сладости в руку твоих избит, там радость страсти пели соловьи. И лишь тобой немощный только плакал где-то. Мы искали у судьбы привета, необратимостью исповедания сметены. Сведя с ума, запрожив небесный свет, смешав непостижимо краски для портрета, нарисовал нас зимний сон, сам сон, который здесь снег. Под вас на сновиденье плыли дни. На поле горечью полыни, даря дыханию цветения аромат. Из экватор солнца опрокинул, прощался шар земной, ни в чем не виноват. Неведая прощенья, как среди. Из этого правила солирования
посвящая стихи или слова, или получая в ответ посвящение Лидии Александровны, ведут своего рода диалог, в которых интересно проследить эту интригу, с одной стороны, состязательность, но, а с другой стороны, созвучие поэтов. Давайте попробуем посвятить Лидии Александровне. Даров в виде поэзии
виде музыки, в виде того, что называется высокое творчество. А земная родина, я попробую быстро перевоплотиться из поэта в руководителя, одного из руководителей Академии русских словесных и изящных искусств. И сказать, что Лидия Александровна как большой мастер, как человек, глубоко знающий музыку, литературу, постоянный участник сборников трудов Академии русских словесных и изящных искусств, удивительными пронзительными статьями, решением ученого совета Академии. Лидия Александровна, я хочу вручить вам диплом. Диплом доктора искусствоведения, академическая ученая степень, которая признается в 199 странах мира. И дай вам Бог, чтобы то признание, которое формально вы получите в 199 странах мира, распространялось и выше, и шире, и во всех мирах. Спасибо. Спасибо. Одно стихотворение. Если вы завтра в 2 часа придете в библиотеку,
получите в три раза больше удовольствия, чем если вы сегодня получили, потому что вы будете плакать, плакал мой 20-летний мол, сын младший, вы будете смеяться, вы будете улыбаться, вы будете радоваться. Параметры души. Сначала одно, потом другое, потом третье, вот я взяла эту книгу, я не понимаю, как можно где-то примерно в 3 раза результат. Вот фотоаппарат, да, прошел по набережной, прошел по Советской, сначала Благовая церковь, дом музей, монастырь, Рёхонская часовня. Когда в одной книжке и стихотворение у провинции и Азазель, и Март, и одновременно душа в столь равных мурах, в столь равных постасях. Ну, в общем, это и есть свой парень. Александр, для библиотеки, ну, вы книги не стали добавить вам. Для библиотеки. Для истории. Спасибо большое. Получиться продолжением струны. И болью переламывая лёд, аккордами пронзая тьмы и утины, ты вместе с ним расправляешь спину, сплеснув крылами и веришь в полет. Лети, лети все выше и смелее, сквозь день и ночь растаявшего ада, сквозь музыку, без тени и преграда, нам о любви, поющей. Спасибо. Я хочу представить Наталью Райскую, замечательный поэт, удивительный человек, человек огромного мужества, удивительной нежности. И, может быть, какую-нибудь молитву, Наташа? Нет. Не надо было. Я сегодня все равно упрозила. Да, хорошо. В общем, самое, наверное, долгое живущее на земле люди – это поэты. Мы с ней Александр знакомы уже второй век. Вот, потому что впервые так более-менее серьезно мы встретились во время существования нашей детской филармонии музыкальной. И Александр, но ее ребятишек до сих пор помнят мои бывшие подопечные члены общества инвалидов. Очень приятно. Вот это прям эти концерты, они всегда вспоминают, и даже мои хулиганы мальчишки, которые меня приводили в филармонию, и просто вот, дети выступали на квартирах, особенно у ветеранов, это все до сих пор помнят. Спасибо. А относительно это самое, пыталась вспомнить, по причине, видимо, начисто все отшибло, вот, но просто две строчечки из очень-очень давнего стихотворения, это как Лилия Александровна у нас музыкант Бога. Я музыкант под чертом, который нет слуха вообще никакого. Но когда я пишу, я сначала слышу мелодию, и только потом на нее идут слова. И, наверное, может, поэтому тогда вот, очень давно, это уже, наверное, в начале 70-х годов, стихотворение было посвящено выдающемуся татарскому поэту Искандеру Халибуллину, и кончалось на слова. Мне видно, песня учится на то, что без музыки не стиха. Песенки, поэты и до слез берут ваши стихи.
когда наше поколение, вот наше поколение старое, мы очень много в школе нас учили, мы были все в школе были, надо учить вот наше теперешнее, наше поколение подрастающее, чтобы оно было тоже такое любимое Россию. Россию надо любить всегда. Вот надо, конечно, воспитывать наше поколение. Стараемся. Спасибо вам. Спасибо вам. Вокруг дома бродит ночь, разгоняя
Я думаю, мы все заметили, что люди не поют, что они хорошо ложатся на музыку, что они музыканты, что у них очень много, кстати, возникает музыканты, как их ассоциации, из звуки, филей, черный, белый, клавиши. И само название, кстати, «Литийский лад», что «Литийский лад» — это цвет и мажорный лад, который я тогда часто пользуюсь. Большие мажорные все такое. Да. Он дает полную свободу, он дает свет, который слышно, кстати, в этих стихах. Все думают, что это в честь меня. Нет. Литийский лад — это цвет. Если уж далеко идти, скажем, был такой в прошлом веке джазовый пианист, который изобрел, написал «Литийскую концепцию». Он дал музыканту свободу благодаря индийскому ладу. То есть музыканты ставят индийскую концепцию, она подразумевает, что можно играть все, в принципе, если это светло, если положиться на гармонию. Так что спасибо вам. Thank you.
конечно, вечер не состоялся. Вот. Поэтому очень рада встретить вас с вами и надеюсь, что мы еще с вами увидимся. Спасибо за внимание.